городу необходим мост. Мост — это не только мост, по которому ходят пешеходы и двигаются машины. Это мост в будущее нашего города. Мы шагнем на левый берег реки, в луга, на озера, в чистый воздух. Мы построим здесь современный город, новый общественный центр, кварталы многоэтажных, благоустроенных домов. И все это рядом, в двух шагах от старого центра, на левом берегу реки. Мы не будем задыхаться в дыму заводов. Город будет красив, чист, удобен. И все это нам даст мост. И от осуществления этой мечты, товарищи, нас отделяет всего 10 миллионов рублей, необходимые для его постройки. Все. 20 минут, 15 секунд ровно. Уложилась. Ну как, Сережа? Отлично, Лиза. Да? По-моему, хорошо. Угу. Просто хорошо. Угу. Только вот насчет стихов я не уверен. По-моему, это все-таки не Маяковский, а Роберт Рождественский. Папа, ты что? Это Владимир Владимирович, как не стыдно. А по-моему, Роберт. Маяковский. Мамочка, доклад просто прелесть. Я прям заслушалась. Можно я на велике? Можно, Леночка. Сережа, а как насчет экономики? Экономики? Да. Дочка, надень брюки. Ага. Убедительно? А насчет экономики так. Проси 20 миллионов, дадут 10. А так убедительно. Ну, это ты уже говорил. Это нереально. Дай спички. А слушается как? Сережа, легко? А? Вполне. Юрик, мяч не забудь. Вполне или легко? Легко, легко, Лиза. А квартиру нам надо брать с тобой вот здесь. Там карасей на озере. Завались. Сережа, а какие у тебя еще есть замечания? Да никаких. Доклад хороший, все коротко и ясно. Все будет хорошо, вот увидишь. Где куртка? На кровати. Ну, это уже говорил. А что еще ты говорить? Ну, ты подумай, Сережа, подумай. А что мне думать? Я уж думал. Что ты ко мне пристала? Ну, неужели ты не понимаешь, Сережа? Такая огромная работа проделана. На сессии обсуждали, в горкоме, в обкоме. А ты мне 3 минут уделить не можешь. Да я тебя 2 часа слушал. А замечаний толком сделать не можешь. Ну, Лиза, ты и деспот. Ну, ведь это же моя мечта, мост в городе построить. Да ты меня этой мечтой доконала. Ты 3 года о ней долбишь. Никакого покоя. А сама, между прочим, моей работой совсем не интересуешься. Ну, то есть как-то я не интересуюсь. Я в курсе. Я весь твой второй состав поименно знаю. Ну, если в курсе, скажи, кто у меня сейчас правый крайний? Ну, как кто? Бескудников. Слышал? Мама, он уже 2 недели в Локомотиве играет. А все почему? Квартиры не дали. И ты молчал. Мам, да он тебе говорил, я свидетель. Когда он мне говорил? Я сам слышал. Ну вот, от меня требуешь. И вообще должен тебе сказать...